Здравствуйте, уважаемые дачники, садоводы и огородники! Сегодня мы с вами подведем итоги нашего конкурса и начнем с темы «Урожайные грядки». Авторитетное жюри, в которое я, к счастью, не вхожу, потому что каждому участнику конкурса испытываю какие-то особые симпатии, решила и постановила вот этот роскошный приз вручить Татьяне Васильевне Еремеевой. Корзина восхитительная. Это подарок для вас от торгового дома «Карс». Я, конечно, не ожидала такого роскошного подарка и очень признательна и благодарна вашей программе. Ну, а за что я его получаю? Наверное, за то, что всю жизнь работала на этом поприще, на урожайных грядках. Старалась вырастить то, что хотелось самой, чтобы вкусненько-вкусненько покормить своих деток. И этому научила многих, и соседей своих, и сослуживцев по работе. Вот. И в результате у меня вот на данный момент имеется вот такая вот вазочка фруктов. Своя. Я думаю, своих, естественно, своих фруктов. И учитывая то, что мой сад находится в совершенно суровых условиях, и иметь возможность покушать вот такие яблочки, вот такие груши. И виноград. И виноград. И главное, я любовалась ими целый месяц. Я очень счастлива преподнести вам эту вазу. Спасибо за подарок. Вот такие роскошные яблоки, груши и даже виноград мы с вами можем вырастить вместе. Ну а для вас, Татьяна Васильевна, вот этот подарок. Владейте, наслаждайтесь и вспоминайте добрым словом тот момент, когда вы отважились поучаствовать в нашем конкурсе. Спасибо. И спасибо вам еще огромное за пропаганду садоводческого творчества по телевидению. Уважаемые дачники, садоводы и огородники, в рамках конкурса «Удача на даче» есть такой раздел «Урожайные грядки». Ну а сегодня мы с вами побываем в урожайном саду Татьяны Васильевны Еремеевой. Татьяна Васильевна, у вас огромное количество самых разнообразных культур. Самые любимые какие? Пожалуй, яблоки. Сколько сортов у вас? Да, 50-то, конечно, есть, а то и больше. Татьяна Васильевна, а как давно вот заложен этот сад? Как давно он плодоносит? Им стала я заниматься с самой молодости. Ну, пожалуй, с тех времен, лет 40 назад, были посадки первые сделаны. И вот 35-то лет мы уже яблочки едим, это точно. Но кроме яблок, груш, у вас потрясающие абрикосы? На подходе персики, крупноплодные, восхитительные яблоки. Есть виноград, ежевика и фантастические лимоны. Покажете? С удовольствием. Это колоновидная яблоня сорта Golden Sentinel в кадочной культуре. Она, естественно, не зимостойка. И потому на зиму мне приходится этот бочонок укладывать в горизонтальное положение и укрывать листвой, укрывным материалом и добавочно снегом. В принципе, это совершенно несложно. Плюс защита от мышей. А какими они будут, эти яблоки, когда их можно уже собирать? Мы, наверное, снимем их в недозревшем виде и положу, обернув газеткой, в подполье на хранение. И в октябре, в ноябре месяце их с удовольствием можно будет есть, а дом, квартира заполнится запахом отличных яблок. А здесь у меня виноград сорта «Зилга». Это один из первых сортов, что стали садоводы в Иркутске выращивать. Я не в числе первых, но второго уже десятка или более садоводов, кто начал им заниматься. Несколько лет я выращивала эти и другие кустики в контейнерах и вот их спускала на хранение в подвал. А теперь вот две зимы этот куст прозимовал. Именно здесь, возле теплицы, где летом очень хорошо нагревает, вот, ему хватает, сумма температур хорошая набирается. Ну и вот я думаю, что урожай достаточно хороший. Мое садоводство располагается в Вересовке, это холодные микроклиматические условия. И не важно, что
холодно, что заморозки. Виноград мы выращиваем в укрывной культуре. Период заморозков накрываем укрывным материалом без проблем. И потому я рекомендую садоводам выращивать его повсеместно. Этот виноград достигает хорошего состояния, набирает нужное количество сахаров и вполне употребим в пищу. Татьяна Васильевна, лично мне очень многие садоводы, друзья, приятели задают вопрос: ежевика у нас растет, и вот воочию я вижу первый раз такую роскошную ежевику. Как давно вы ей занимаетесь? Всего двухлетний период работы с ней дал вот такие результаты. Да уже в первый год выращивания, вот видите, черенкованное растение первого года уже цветет. Я его помещу в теплицу, и за сентябрь оно меня уже накормит первыми ягодками. А вообще они вкусные, сладкие, очень косточки. Сладкие. А вы знаете, что ежевику относят некоторые специалисты к числу четырех самых важнейших ягодных культур? А какие? Ну, давайте я сейчас не буду все говорить. Но ежевика в числе первых. Как размножается это чудо? Размножается очень легко. Так же, как и другие малины, малино-ежевичные гибриды, черенкованием. Черенкование мы производим и в весенний период, и в осенний. Вот сейчас имеются плети вот такие замечательные. Стоит опустить макушечку этой плети в грунт, она вам даст корешки. А теперь, уважаемые дачники, садоводы и огородники, давайте продолжим экскурсию по удивительному плодоносящему саду Татьяны Васильевны Еремеевой. Вот этот вот павловский лимон был подарен мне давно, уже более 10 лет. Я размножаю его также черенкованием, как и ежевику. И самые лучшие растения оставляю, другие куда-нибудь подальше. А весной выношу их из комнаты в тень моих деревьев. Там они прекрасно себя чувствуют. И вот посмотрите, за один сезон вот этот вот лимон дал такие плоды, которые выросли буквально вот с апреля месяца, за лето. Замечательное растение. Вот. И не слишком много места занимают, а продукции дают достаточное количество. Дорогая Татьяна Васильевна, мы ходим в гости с подарками. Вот вам подарок, такая веселая, божья коровка-подушка. Я понимаю, что в саду вы очень много работаете. Пусть у вас будет время, чтобы отдохнуть, прилечь на эту подушечку, вспомнить про нашу программу, сказать добрые слова нашему спонсору, торговому дому «Карс». И традиционный вопрос. Ваши пожелания для садоводов и огородников? А садоводам и огородникам я... от всей души желаю крепкого здоровья и столько сил, чтобы хватало их успевать все-все дела делать вовремя и получать высокие урожаи. А теперь, уважаемые дачники, садоводы и огородники, настало время, когда мы будем вручать самый главный приз. Мы с вами бывали на самых разных участках, видели очень много элегантных, красочных, самобытных дачных участков. И, естественно, у каждого из этих участков есть свой изюм. Но самым-самым признан участок Татьяны Смагиной. Таня, вам вот такой замечательный, веселый подарок от нашего спонсора торгового дома «Карс». Спасибо огромное. Конечно, мне кажется, каждый человек, когда участвуя в конкурсе, он всегда надеется на победу. Но ваш звонок для меня стал неожиданным. Ну, это была, конечно, приятная неожиданность. И мне хочется сказать огромное спасибо вашей передаче за то, что вы мне предоставили возможность участвовать в конкурсе, а торговому дому «Карс» за высокую оценку моего труда. Пожелать вам интересных проектов, творческих успехов и, конечно, удачи во всех ваших начинаниях. И вам спасибо. А сейчас мы с вами вновь побываем на участке Татьяны Смагиной и полюбуемся красотой.
Уважаемые дачники, садоводы и огородники, сегодня мы с вами на участке Татьяны Смагиной. Участок очень красивый, яркий, солнечный, роскошные цветы и ощущение, что здесь живет праздник. Тань, скажите, пожалуйста, а как давно вот вы здесь обустраиваете свою дачную жизнь? Ну, мы уже здесь 10 лет. И вот все 10 лет обустраиваем свою дачную жизнь. Но это у нас не дача, это у нас дом, мы здесь живем круглый год. Стараюсь, конечно, по мере сил, как бы, что-то здесь, что-то поменять. Хочется, знаете, внести какую-то новизну там. Ну, каждый год, каждый раз чего-нибудь нового. Да, что-то услышу, что-то прочитаю. Хочется, ну, плохо, что у нас, конечно, не все растет здесь, потому что условия у нас тут, конечно, такие... Жестковатые. Да, жестковатые. Но поэтому у нас очень много вымерзает, вот, и поэтому приходится все время экспериментировать. Я и розы пыталась садить, ну, вот розы у меня не получается. Может, еще такой огородник, не очень садовод. Все лучше у вас еще. Да, надеюсь. Татьяна, вы знаете, вот эта часть... вашего участка при входе, она, наверное, самая красивая. Это ваше творчество? Ну, она самая яркая, наверное, как бы, потому что, мне кажется, красивых мест много, но они там более зеленые. Сейчас все уже отцвело практически. А вот эти вот, вот особенно вот эта герань мне сейчас, вот она очень понравилась, я ее практически засадила, вот видите, весь этот. Она цветет практически, ну, очень долго. Татьяна, вот это очень красивое место у дома. Скажите, пожалуйста, а вы его сразу вот таким вот увидели и создавали? Нет, эта горка, она уже тут реконструировалась, наверное, раза три. И потом, в конце концов, я уже попросила и дизайнера, он мне помог, потому что я пыталась сделать сама. Ну, вот никак. Ну, вот сейчас я все уже практически теперь ухаживаю за всем сама и доделываю тут, вношу какие-то изменения, где-то там, где-то увижу, где-то услышу. То есть я понимаю, что вы всегда в творческом процессе. Да, это точно. У меня муж так и говорит, что ни одного года мы не прожили, чтобы что-то не пересадили. Поэтому, такой это человек. Жизнь. Это жизнь. Это, да. Наверное, энергия, которую мы получаем, да, от растений, конечно, от цветов, от земли. Да, потому что, кажется, вот вроде бы посадила все правильно, на следующий год вот хочется что-то поменять, что-то вот пересадить. Вот где-то оно не так смотрится, как хотелось бы. Ну, а самое любимое растение вот здесь какое у вас? Ну, трудно сказать. Вот. Мне нравятся вот эти можжевельники, вот они очень красивые, особенно вот этот, вот он прям такой вот очень нарядный, но он там получился в углу. Вот этот куст дёрен вот такой, вот он тоже как бы красивый. Мы его по-разному и так стрижем, и так как бы. Ну, вот в этом году он круглый. Ну, как-то, не знаю. Я думаю, очень что каждое люблю свой дом, дорого. Да, и поэтому я люблю вот каждый уголок в своем дворе, и мне хочется что-то вот, что-то изменить, что-то поменять, но вообще я люблю все здесь. Но это не единственный уголок, который мы сегодня покажем нашим телезрителям. Вы знаете, Таня, мне очень понравилось, что здесь на своем участке вы сохранили сосны. Благо позволяет место. Он у вас какой этот участок? Ну, 24 сотки. Так что здесь можно и лес, и парк, и огород, и сад. Я думаю, ну, конечно, вот не хочется убирать деревья, поэтому место вот в основном теневое. Вот этот уголок отдыха для себя сетовали? Да, я думала, что приду в огород, сяду и буду отдыхать. Ну, как вы понимаете, отдыхать сильно некогда, но стараюсь. Мне нравится сидеть и смотреть на свои труды. А в огороде есть практически все для своего стола? Ну, да. Сейчас уже все, конечно. Какие культуры больше любите? Тыкву. Ну вот, стараемся вырастить огромную, но еще не всегда получается. В прошлом году было больше, в этом году не очень большие. И у вас? Так, морковка, свекла, зелень. Кукуруза. Кукуруза, это внук у нас любит. Ну, как бы. Я все посмотрела, у вас есть и парник, и две теплицы, приличные урожаи. Наверное, зелень круглый год? Ну да, муж любит, чтобы вот салат, укроп, петрушка были круглый год. Вот для него все делаю, чтобы было круглый год, чтобы не покупать на рынке. Ну а кроме того, свое это здоровое, да, это, да, качество, да, нашей жизни. Да, мы ничем не удобряем, то есть все естественно растет своим ходом, как растет. И внуков кормите своими петрушками, кормим, морковками. Да, да, внук очень любит вот прибежать, сорвать морковку.
И это радость. Это радость. Эту качелю нам подарили наши любимые соседи, и теперь она стала моим любимым местом. Когда мне грустно или когда я устала, я прихожу сюда, сажусь, смотрю на воду, и вся моя печаль уходит, утекает вместе с водой. Таня, а вообще вот эта дача, это место, этот приусадебный участок для вас, для вашей семьи как много значит? Вообще, знаете, вот как говорят, что такое счастье, да? Вот понятие счастья, это трудно сказать. Но вот для меня вот этот дом, моя семья и вот это все, вот, наверное, и есть счастье. Татьяна, у вас очень красивый участок, мне понравилось. Спасибо. Смотрю, и урожай тоже очень достойный. Да, вот сегодня начинаем как раз засолку урожая. А вообще начинаете пробовать урожай в каком месяце? Ну, вообще у нас первая зелень начинается в апреле. Но я вот прошу мужа, чтобы он мне сделал более теплую теплицу, и тогда у нас будет круглый год зелень. А сейчас мы, ну, где-то с апреля по ноябрь, вот у нас постоянно салат, укроп, петрушка это. Ну, а помидоры вот как по сезону. Татьяна, когда построите большую теплую теплицу, не забудьте позвать нашу программу в гости. Тем более, что мы очень часто приезжаем в гости с подарками. Вот вам подарок. Спасибо. От торгового дома «Карс», нашего спонсора. Я надеюсь, что заготовок у вас будет больше, а жизнь еще слаще. Спасибо большое. А всем дачникам и огородникам мне хочется пожелать здоровья, и чтобы ваш сад и огород приносил вам только удовольствие и радость, и жизненные силы. Будьте здоровы и счастливы. Спонсор рубрики ООО «Стройлогистика» представляет теплицу «Польза» – уютный дом для ваших полезных овощей. Уважаемые дачники, садоводы и огородники, в одной из прошлых программ мы с вами выбирали место для теплицы, говорили о том, каким должен быть фундамент и каркас хорошей теплицы, которая нам принесет пользу. Ну а сегодня наша тема – поликарбонат. Скажите, пожалуйста, как выбрать идеальный поликарбонат в современных условиях для своей самой лучшей теплицы? При выборе поликарбоната для своей теплицы вам необходимо учитывать несколько основных характеристик. Это толщина листов. Для теплицы обычно используют толщину листов от 3 до 5 мм. Затем это плотность листов. На рынке сложилось несколько уровней плотности от 500 до 800 грамм на квадратный метр листа. Также это срок гарантии и, естественно, стоимость самого листа. Оптимальный вариант какой вообще? Сколько граммов должно быть и сколько должна быть толщина поликарбоната? Наибольшее распространение для устройства теплиц получили листы толщиной 4 мм, плотностью от 600 до 700 грамм на квадратный метр и со сроком гарантии 10 лет. Именно такой поликарбонат мы используем сегодня для создания нашей теплицы. Скажите, пожалуйста, вот многие садоводы, у которых есть уже теплица, мне говорят о ультрафиолетовом излучении и защите. Что это такое? Поликарбонатные листы подвержены сильному солнечному облучению, а в лучах солнца содержится ультрафиолет. Для того, чтобы поликарбонат не разрушался, а мы знаем, что любой полимер разрушается, вот вспомните тазик пластиковый, который у нас на участке иногда под солнцем долго находится, он выцветает, растрескивается. Так и поликарбонат, если он не содержит специальной защиты от ультрафиолета, может быть подвержен такому же разрушительному воздействию. Для того, чтобы это не происходило, производители снабжают листы одной либо двумя степенями такой защиты. Вот ответственные производители, естественно, снабжают свои листы двойной защитой от ультрафиолета. Скажите, пожалуйста, а простой садовод-огородник может отличить обычный сотовый поликарбонат и тот, который защищен от ультрафиолетовых лучей? Защита от ультрафиолета, как я уже говорил, бывает двух видов. Первая степень защиты, она непосредственно содержится в самом сырье, из которого изготавливается лист. А вторая степень защиты обеспечивается нанесением дополнительного слоя на внешнюю поверхность листа. Вот ингредиент, который обеспечивает защиту и в сырье, и на верхнем слое, это так называемый УФ-стабилизатор, который может быть либо бесцветным, либо с голубоватым отливом.
но на глаз это определить практически невозможно. Поэтому необходимо смотреть на маркировочную ленту листа, на которой ответственный производитель всегда укажет, какое содержание дополнительного защитного слоя на листе имеется. Сегодня на рынке сложилась ситуация, когда в борьбе за потребителя некоторые недобросовестные продавцы откровенно лукавят и выдают дешевые листы с низким сроком гарантии за более дорогие и качественные листы. А как быть тогда? В этом случае целесообразно поинтересоваться, а конкретно, что кто производитель того или иного листа, зайти на его сайт, посмотреть на маркировочную ленту этого листа и своими глазами убедиться, что действительно этот лист определенной плотности содержит необходимую защиту от ультрафиолета. А значит, такой поликарбонат прослужит нам достаточно долго. Покупка теплицы, в общем-то, дело не самое дешевое, поэтому выбирайте ее очень-очень тщательно. Ну а мы продолжим разбирать тему поликарбоната. Владимир, вот у нас сейчас здесь идет монтаж теплицы. Скажите, пожалуйста, а я как потребитель на что должна обратить тщательное внимание? При монтаже поликарбоната монтажники, так же как и в других этапах работ, должны проявлять ответственность, аккуратность, скрупулезность. Поэтому они должны аккуратно резать листы, аккуратно их крепить на каркас теплицы, соблюдая необходимые требования. А еще на что обращаем внимание? Для того, чтобы поликарбонат прослужил дольше, существует специальная защита листов. Защита обеспечивается за счет специальных лент и профилей. Защита поликарбонатных листов необходима для того, чтобы обеспечить им прозрачность на протяжении длительного срока. Ленты препятствуют проникновению в листы пыли, грязи, попаданию в них насекомых и растений. А профиль, соответственно, защищает ленту от механических повреждений и укрывает листы, делая их также более эстетичными, а теплицу красивее. Скажите, пожалуйста, а для поликарбоната требуются какие-то определенные условия, чтобы он служил нам долго-долго? Знаете, одна из причин, почему поликарбонат получил большое распространение и популярность, является его неприхотливость. Поэтому какого-то специального ухода для поликарбоната не требуется. Его единственное можно протирать в случае каких-либо загрязнений. Правила ухода также указаны в инструкциях, которые прилагаются к нашей теплице. Которую я получу, если закажу вашу теплицу. Которую вы получите обязательно. И эти правила также указаны на маркировочной ленте наших поликарбонатных листов. Очень бы хотелось узнать, как можно еще улучшить эту теплицу, чтобы она принесла каждому садоводу максимальную пользу. Знаете, для того, чтобы сделать теплицу максимально уютной для овощей и удобной для садовода, рекомендуется оборудовать ее системой автоматического проветривания, а также системой подвеса растений. В стандартной комплектации теплицы обязательно входят форточки в торцах теплицы. То есть уже в стандартной комплектации есть две двери и две форточки. При устройстве туннельной форточки с системой автоматического проветривания... Она у нас сверху, да? Она у нас сверху. Садоводу не будет требоваться следить за тем, как проветривается теплица. Это сделает форточка самостоятельно. Каким образом? Она знает температуру, погоду? Автоматический толкатель устроен таким образом, что он самостоятельно открывается при достижении температуры 16 градусов и, соответственно, закроется, когда температура опустится ниже этого предела. Каждый специалист, который очень любит свое дело, способен говорить о нем долго-долго, но мы должны подвести итоги. Сегодня создать лучшую теплицу стало совсем несложно. Для этого необходимо отнестись к делу с душой и быть вовлеченным в процесс ее установки на всех этапах. И тогда вы гарантированно получите уютный дом для ваших полезных овощей. Завод теплиц «Польза» предлагает широкий выбор теплиц и парников по доступным ценам при отличном качестве. Купите уютный дом для своих полезных овощей по адресу: улица Трактовая, 18Б/А, телефон 260 900.
Закончена очень большая работа. 3 месяца мы разъезжали по самым разным дачным участкам. И поверьте, так к этому привыкли, что решили продолжить. Воочию знакомиться с садоводами и их опытом. Наш новый конкурс называется «Дачные хитрости». Вам не обязательно иметь очень красочный участок или получать какие-то огромные урожаи. Просто можно поделиться с нашими телезрителями любой проверенной оригинальной находкой. Звоните нам, пожалуйста, телефон 746-711, наш электронный адрес дача@astv.ru. Смотрите вперед с надеждой, назад с благодарностью, вверх с верой, а вокруг с любовью. Будьте счастливы. До свидания.